Глаз на бой, который только что был отмечен в Microsoft, таким образом покупает Ace Activision Blizzard Fleet. Мы проанализировали все, что знаем, и последствия, которые это может принести. Приветствую всех, очень приветствуемые люди. И я все еще здесь, когда я впервые увидел новости. Подумайте, что есть какие-то шутливые новости в мире сегодня, но не дети, это правда. И дело идет вперед. Microsoft покупает так в кэш все Activision Blizzard. Сделка, по оценкам, может достигать 68 миллиардов долларов. Это ничего, что вы начинаете так немного крутить в голове такие цифры, и я действительно не знаю, сколько денег это. Чтобы вы поняли, покупка Microsoft всего этого и его студий, и франшиз Skyrim, Sofala, Duke Wake, Dishonored и так далее, были 7 очков 5 миллионов. Котелок и Take-Two, купившие мобильную компанию на прошлой неделе, составили 12 миллионов, всего 12 миллиардов. Это похоже на то, что Тита Вера носит в котелке, там на дне кошелька. И что теперь происходит? Ну, так в краткосрочной перспективе, кажется, не слишком много. Они хотят, чтобы сделка закончилась. Закончите становиться офицером в течение 2023 финансового года, который будет с июля этой 2022 по июнь следующей 2023. Так что в этот срок это будет вилка, на которой сделка закончится. Почему он все еще не прошел через все одобрения всех акционеров и различные регулирующие комиссии, антимонопольные комиссии и так далее? В этой сделке похоже, что Microsoft заплатит 95 долларов за акцию секционистам Activision Blizzard. За последние несколько месяцев акции Activision Blizzard были около 60 долларов с рекордным максимумом 103 доллара. Так что прямо сейчас приходит Microsoft и говорит вам, что платит вам 95, так как компания погрязла во всех этих скандалах в судебных процессах, которые, несомненно, грядут с плохой рабочей средой, с работниками, пытающимися восстать, и с небольшим прогнозом, что ничего из этого не изменится в ближайшие 2-3 года. Давай, приходи, он говорит мне, что акции, которые сейчас стоят 60 долларов, он заплатит мне 95, и давай, я продам. Черт возьми, если я продам, давай, мне не хватает времени, чтобы собрать деньги и убежать. И это похоже на то, что подумал совет директоров Activision Blizzard. И это то, что вы знаете, что в последние месяцы активировать государство, погрязший в приливной волне обвинений, расследований и плохой прессы за злоупотребление, дискриминационное обращение и очень мутные и очень серьезные обвинения. Все это, кроме того, потому что было бы заткнуто топ-менеджерами компании, которые всегда были бы в курсе этих мутных дел и смотрели в другую сторону, или заткнули дело, или позволили им продолжать происходить. Так что я думаю, в середине этого шторма. Ну, как хорошо говорит испанская поговорка, которая очень мудра, он к реке бурлит, прибыль рыбаков. Поэтому я думаю, что это немного то, о чем думали как Microsoft, так и менеджеры компании, которые думали, что их лучшим выходом может быть это. И, честно говоря, я не за большие монополии. Я думаю, что класть все яйца в одну корзину никогда не бывает хорошо. Но это также верно, что Activision Blizzard, потому что это было не в лучшем виде, как мы уже говорили, и это не выглядело как краткосрочная, среднесрочная вещь. Мы пытались существенно улучшить какой-то из способов. Они уже пытались изменить директиву, пытались сделать некоторые вещи, и это никуда не делось. И из всех вещей, которые были предположены в последние месяцы, которые могли случиться с Blizzard как игроками, я думаю, что это, конечно, не одна из худших вещей, которые могли случиться с компанией, но, возможно, одна из лучших. И это то, что с тех пор, как Фил Спенсер взял на себя командование Microsoft Gaming, он сумел завоевать доверие и любовь многих игроков, делая все правильно и хорошо, зная, что игроки требуют от него и компании. Так что с Верой и со всей своей командой у руля, это может быть один из лучших вариантов Activision Blizzard, чтобы иметь возможность снова сиять и немного выйти из этой хитрой спирали, в которую они вступили в последнее время. Колодец, из которого они, казалось, не знали, как выбраться сами. И, как я говорю, это рискованно, потому что сегодня нам нравится, как он делает вещи.
Но что, если завтрашний день даст им за то, что они бросают недружелюбные практики или хищнические практики монетизации? Или мы реализуем какой-то хитрый способ или так, что нам не нравятся всевозможные NFTs? Вы не можете принять кучу тактики, которая, как игроки, может нам не понравиться. И тогда мы окажемся в этом аду, любимым всеми нами, и нам придется пройти через обруч того, что нам навязали, и отправиться в другие игры. Но, на данный момент мы попытаемся отбросить эту апокальную картину и попытаться увидеть яркую сторону вещей. Пусть все будет хорошо и думать, что не только хищническая тактика должна быть единственным способом заработать деньги. И все можно сделать хорошо, получив поддержку игроков. Я думаю, что он, по крайней мере, заслуживает того, чтобы сомневаться и позволять им продолжать делать свою работу так, как они делают до сих пор. Не рассказывайте мне, как вы видите вещи. И если это, в принципе, кажется вам плохим или вам кажется правильным. Вам кажется, что единственный вариант, который у Blizzard был, чтобы выбраться из этой ямы. На данный момент генеральный директор Activision Blizzard, которого многие всегда обвиняли в убийстве этой магии Blizzard, а также недавно был вовлечен во все такие скандалы. Потому что он останется у руля компании в качестве директора, пока сделка не будет полностью закрыта. Но во внутреннем письме ГН Бобби Котти членам студии. Правда, это письмо звучит скорее как прощание, чем что-либо еще. Или мне, по крайней мере, так кажется. Кроме того, в других случаях, когда такие сделки обычно закрываются, потому что обычно это всегда ясно с самого начала. Какую позицию сможет занять старый босс в новой структуре, тем более в такой большой сделке? Вы ожидаете, что они скажут, что Бобби Котти, потому что он собирается принять участие в совете директоров Microsoft Studios. Но в этом случае ничего об этом не было сказано. И они не сказали, что это произойдет с генеральным директором компании, как только сделка закончится. Потому что я держу пари, что когда все это закончится, Бобби Котти отойдет в сторону и исчезнет через заднюю дверь. И хорошо, что это в конце концов кажется тоже, потому что он не закончил дегустацию всех. Многие сотрудники Blizzard были бы очень довольны и увидели бы приобретение Microsoft в позитивном свете. Способ обновиться и привести новых людей к командованию. Но они также не хотели бы, чтобы голова Котти не катилась и просто уходила через заднюю дверь с чемоданами, набитыми миллионами. Доведя компанию до ситуации, в которой она находится в настоящее время. Для игроков, которые играют в Play и так далее. Потому что на данный момент он сказал, что игроки Activision Blizzard играют сейчас на платформе Sony. Потому что на данный момент вам не нужно ничего бояться. И что в будущем? Потому что намерение состоит в том, чтобы продолжать делать некоторые из игр Activision. Ну, для всех платформ, в то время как некоторые другие, безусловно, будут эксклюзивными. Что будет с Diablo I, например, что было объявлено, что он будет выходить на Play и так далее. Ну, мне очень ясно. Игры, которые есть в настоящее время. Те, конечно, не изменятся, но в будущем что произойдет? Я не знаю. У меня сложилось впечатление, что некоторые франшизы, такие как Call of Duty и так далее, могут не делать их эксклюзивными. Новые названия не могут сделать их эксклюзивными. Но может быть, другие франшизы не так оседают на Play, например, игры дебилируют. И поэтому они могут начать выходить эксклюзивно для Xbox. И они уже объявили, что как только они смогут, они начнут приносить все эти игры Activision Blizzard в Game Pass. Мы будем следовать тому же, что они только что сделали совсем немного назад с играми Bethesda, который должен был принести их постепенно. Как сделка и приобретение были завершены, они могли бы перенести все эти игры в Game Pass, но перейти к этой системе подписки. И также, как мы видели, что все новые взводы из всех студий Microsoft выйдут с первого дня на Game Pass. Мы, конечно, можем ожидать того же от взводов, которые принесет нам Белизан тогда почти в полной безопасности, и что они объявили ничего конкретного на данный момент. Потому что я думаю, что мы можем сказать довольно уверенно, что такие игры, как Diablo I, прибудут с первого дня в Game Pass для ПК и консоли, что для меня лично, а также для моего портфеля. Потому что это более чем чертовски хорошая новость. В дополнение к этому, потому что интересно также, что релиз Blizzard говорит о создании этой метавселенной и этого слова, такого красивого и такого услышанного в последнее время. Мы все еще не совсем ясно, какую форму он примет или в какой форме он может материализоваться. Но это корабль метаверс, к которому все на данный момент, кажется, хотят присоединиться.
Но это правда, что мы в настоящее время, Microsoft будет в привилегированном положении, чтобы начать возиться с этими концепциями метавселенной Roll Ready Player One, которые всем приходят в голову, когда мы говорим об этом, о метаверсах. Представляя, возможно, сумасшедшие кроссоверы лицензий, которые мы могли бы увидеть сейчас со всем этим огромным количеством суперинтересных лицензий в руках Microsoft. Серия связанных вселенных и связанных франшиз, которые могут быть чертовски сумасшедшими. Или игры и вселенные, созданные непосредственно для объединения всех этих знаковых персонажей в один мир. Честно говоря, возможности могут быть бесконечными. И последнее, и не в последнюю очередь, что все всегда упоминают Activision Blizzard. И много раз мы забываем, как от семьи. Мы забыли о кингё, грёбаных боссах, цветных конфетах и одном из мега-китов в мобильных играх. Мы забыли, что Activision Blizzard также принадлежит King, и большинство студий видеоигр студии удваивают свои усилия в мобильных играх. Мы уже говорили в начале Rockstar и Take купили бы Fine, теперь Microsoft, сделав King и Blizzard, которые в последнее время, потому что он также попал в это на рынке мобильных устройств. Потому что с этим шагом Microsoft также прорезает хороший процент ландшафта мобильных игр и закрепился немного больше в этом секторе, в котором он, возможно, не был на данный момент очень закрепился. И это было немного мое видение этой мега-гипер-супер-покупки Microsoft Activision Blizzard, которая, по-видимому, комментирует, что с этим приобретением теперь станет третьей компанией видеоигр после Tencent и Sony. Я не знаю, вы как вы это видите, думаете, что вы можете выйти из всего этого? Вы думаете, что могут выйти хорошие лакомые кусочки? Вы думаете, что лакомые кусочки, потому что плохие для игроков, я не знаю. Расскажите мне свое впечатление об этой покупке. Конечно, в ближайшие годы мы увидим его плоды, чтобы помнить. Дайте ему лайк и поделиться. Подпишитесь на канал, если вам понравился контент. Если вы хотите увидеть больше лакомых кусочков о видеоиграх, топах, рекомендациях, новостях, не забудьте следить за каналом. И ничего, я рассчитываю на всех вас для следующих видео. Позаботьтесь о вас, ребята. Огромное приветствие отсюда, и мы увидимся.